Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Непростой остается обстановка на дорогах Гомельской области. Не проходит и нескольких часов, чтобы спасатели не вытягивали застрявшие автомобили из сугроба, не оказывали помощь пострадавшим пассажирам и водителям. Так, накануне в Петриковском районе автомобилю скорой медицинской помощи помогли выбраться из снежного плена. Машина ехала по вызову и увязла в снегу. Инцидент произошел неподалеку от деревни Родков. Машину освобождали при помощи буксировочного троса. Кстати, случаи спасения кареты скорой медицинской помощи не первые. За последние сутки аналогичный случай произошел в Добруше. МЧС продолжает свою службу по координации работы аварийных бригад области. Соответственно, выезжаем на места, созваниваемся, смотрим их готовность, наличие соответствующих специалистов. А в Мозырском районе милиция разыскала вандалов, которые сломали 38 секций бетонного забора. Удивлению правоохранителей не было предела, когда они узнали, что это две студентки одного из вузов райцентра. Оказалось, в один из вечеров, прогуливаясь по деревне Козинки, подружки поссорились и подрались. Однако для полной психологической разрядки выпущенного пара им показалось мало. Тогда девушки начали крошить бетонный забор, разбивая его секции ногами. 543 рубля – сумма ущерба. Как сообщает телеканал «Мозырь», возбуждено уголовное дело. В результате того, что они разозлились друг на друга, вот эта агрессия способствовала тому, что они повредили 38 секций данного забора. В Гомеле три человека пострадали в результате столкновения автобуса и троллейбуса. ДТП произошло накануне на улице Свиридова, неподалеку от остановки улица Макаенко. Среди травмированных 7-летний мальчик, у него ушиб носа. Также у одного из пассажиров зафиксирован ушиб спины. Пожилой женщине потребовалась госпитализация. В связи со сложными погодными условиями, конечно же, госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, но также водителей соблюдать безопасный скоростной режим, а также дистанцию до впереди едущего транспортного средства. В Речице сотрудники МЧС спасли собаку, просунувшую морду в дверную металлическую решетку. Сообщение с просьбой оказать помощь любопытному питомцу поступило от его хозяйки. Спасатели освободили собаку при помощи специальных инструментов. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.